Троє людей за тиждень загинуло на криворізьких водоймах. Подробиці розповіли у службі порятунку на воді. 25 июня на Ставке в районе рынка «Терминал» группа молодых людей решила устроить купание. Один из них поплыл переплыть этот водоем. Его попытка увенчалась крахом. На расстоянии 70 метров от берега он пропал из обзора своих друзей. Группа водолазов, выехавшая на место происшествия, искала 25 числа в течение 3 часов. С наступлением темноты работы были прекращены, и 26 числа мы вышли опять на воду. К сожалению, тело обнаружить не удалось. Вчера это тело было поднято с водоема. Человек всплыл естественным образом. 27 числа на пляже в районе парка Шахтарский, 44 квартал, было обнаружено тело утопшего мужчины 58 года рождения. Сотрудники предприятия выехали на место происшествия, достали тело и передали сотрудникам полиции Покровского района. Возле моста, который соединяет жилмассивы 129 квартала и Заречный, молодой человек плыл и пропал из вида людей, находясь на берегу. Водолазы предприятия выехали на место происшествия и на расстоянии 10 метров от берега на глубине 4 метра обнаружили тело утопленника.